Тут хватит на 6 важных ведьм. Это притча о Соломее. Режиссером я возьму Демиля. Демиля? Да. Мы сделали с ним много фильмов. А Соломею будете играть вы? А кто же еще? Я просто спросил. Спектакль «Голливуд крупным планом» изначально ставили к юбилею народной артистки России Людмилы Коршуновой. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции пришлось отложить. И вот долгожданная премьера. На открытии 234-го театрального сезона министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов поблагодарил всех тех, кто непосредственно причастен к театру. Но самые главные слова в этот день звучали в адрес Людмилы Коршуновой. Вы такая яркая, такая настоящая. Вы заставляете нас думать. Вы заставляете нас ходить на спектакли не один раз с разными компаниями и обсуждать, говорить о вас, о спектакле, о театре, о ваших партнерах. И сегодня я хотел бы поблагодарить режиссерскую группу, хотел бы поблагодарить блистательную труппу. Ну и, конечно же, главную героиню сегодняшнего вечера и нашего театрального пространства, Людмилу Коршунову. Спасибо. Постановка о трагической судьбе некогда культовой актрисы немого кино. На протяжении многих лет мир был у ее ног. Однако со временем в жизни началось стремительно врываться кино звуковое, и актриса стала ненужной. В момент, когда, казалось бы, ее жизнь растоптана, буквально из ниоткуда появляется молодой сценарист, который берется за ее произведение. Я люблю стрельцов, им можно доверять. Спасибо. Я хочу, чтобы этим занялись вы. Я занят. Я только что закончил сценарий, у меня теперь другой заказ. Меня это не волнует. Послушайте, я дорого беру за свои услуги. $1000 в неделю. О деньгах я бы не беспокоилась. Вы получите достойное вознаграждение. В этом году 234-й театральный сезон будет коротким. В январе здесь начнут ремонт. Но актеры надеются, что спектакли, которые они ставили для рязанского зрителя до Нового года, успеют прокатить широко. К этому театр драмы специально готовился. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».